Хреновый прыжок. Черт. Нет. Как это по-библейски? Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Only Up. Я вкусил плод запретный, и просто меня низвергли вниз, в пучину, в дно, в преисподнюю. Изгнали из райских садов за мою любознательность. Кажется, давление поднялось. Такая легкая игра, что я решил скинуться вниз и повторить все заново, потому что очень легко. Слушайте, нет ли здесь каких-нибудь кровати еще? Я хочу скипнуть. Вон стоит! И как ты хочешь, чтобы я... Ладно. Что? О, где это я? Опа, бесходность. Это мой астероид теперь. Но отсюда некуда больше деться. Мне придется принять личное решение скинуться вниз. Как та свинья, которая приняла это решение. О, боже мой. Да ё-моё, ну что... Боже мой, я просто хотел сократить! Куда ты залез? Пожалуйста, вылезь! Вылезь! Куда ты залез? Ладно, пойду по-обычному. Я стараюсь этот факт, что я провалился в самое начало игры, как-то вот мимо себя пропускать сейчас. Потому что если я пропущу через себя, я не выживу. Ладно, давайте возьмем себя в руки и все-таки попробуем прыгнуть на эту кровать. Мы должны знать, что это. Тихо. Блин, как же это сделать? Если я прыгну... Давай. Да, пожалуйста. Там какой-то искусственный потолок. О, мы в четком прям начале. Если я еще раз буду лезть через эти трубы уродские, я психану. В смысле, я сейчас буду лезть, но если потом еще раз нужно будет лезть, тогда я психану. Так, давай, у меня получалось. Гены спидранера у тебя в крови. Тихо. Как же я это делал? Да почему ты не зацепился? Ай-яй-яй-яй. Давай, аккуратненько здесь проползем. Ты должен... Я больной человек, игра. Ты чё, ненавидишь больных? Да как ты достал меня? Вот карабкается постоянно, цепляется за что-то. Да все так долго. Не быстрый какой, не шустрый мальчик. Я чувствую, что я сижу, у меня вот так вот немножко. Плечи согнуты, грудь сжата. Надо грудь... Грудь вот так. Вот, смотрите, какой я сразу стал. Уверенный в себе я стал. Дышу спокойно, глубоко. Если бы не насморк, конечно, то было бы еще глубже. Более глубокое дыхание. Сосредоточьтесь на нем. Давайте медитировать вместе. Выдох. Вдох. И еще один вдох. Как бесит, что он подскальзывается. Мешаешь мне медитировать, сосредоточиться на дыхании и на спокойствии. С этим сорванцом невозможно спокойно жить. Это просто какой-то кошмар. Окей, что там по кровати? Здесь нам прыгать нельзя. Я понял, это специальная кровать, специально предназначенная. Помните, я в начале выпуска сказал, что будь я разработчиком, я бы сделал какую-нибудь подлую кровать. Так вот это она и есть. Блин! Я хоть... Нет! Я хочу жить нормально. Ладно, больше никакого баловства. Я сейчас пройду игру. Хотя бы до того момента, где я упал. То бишь, в рай. Прямиком в рай пойду. Вс,
Все, я не пойду на ту кровать. Видите, может быть, отсюда можно? Отсюда можно. Я должен. Я должен попробовать. Я не прощу себя, если не попробую. Вот ради этого. Все мои мучения были ради этого. Да, это все-таки троллинг кровать. Нет сомнений. Окей, вы не успеете моргнуть, как я окажусь наверху. Давайте, вот так, оп. Привет. Чуть не улетел. Однако я наверху. Почти. Еще немножко осталось. Вон я уже вижу дорогу. И вот я уже прохожу ветряк. О, смотрите, тут кровать. Отсюда я не допрыгну. Вот отсюда я смогу допрыгнуть. Ой, куда она меня пихнет, интересно. Куда, куда, куда? Кровать, давай, удиви меня. Порадуй батьку. Чё-то говно. Чую говно. Стоп. Прекрасно. Нормально. 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 Ладно, я ничего не сократил. Куда я должен был допрыгнуть? Ай, бог с ней. Неважно, вот тут другая кровать есть. Да что такое? Вот. Ой, главное до собачки дойти, это будет дальше халява. Тихо, блин, дергаешься. Дергаюсь я. Вот мы у собачки. И теперь на кроватке ввысь. Уи. Есть. И вперед на дорогу. Есть! Грудь расправилась, Евгения. Посмотрите, какой грудак. Это грудак победителя. Человека, что достоин райских садов. Быстрее, давайте доберемся до них. Тупо прыгнул, не зацепился. Ладно, я в кабинете босса. То бишь, в своем кабинете. Это мой кабинет, понятно? Кстати говоря, может быть, я могу через унитаз забраться наверх? Я не могу и нафиг надо. Я и так справлюсь. Вот. Стандартный путь. Прыгаем на деньги. Уа! И прыгаем еще раз. И сразу на чемодан. Молодец. Все, вертолетная площадка. Прыгай. Нет! Я недалеко упал, я недалеко упал. Отрицаем, отрицаем поражение. Его не было. Я вырезал этот момент из монтажа, поэтому этого не было. Вот, мы здесь. Аккуратненько давайте. Вот, все, вертолет. Вертолет. Осталось вообще фигню, мы вернемся к райским... Извините. Осталось совсем фигню, и мы вернемся к райским садам. Ух, щекотливо здесь. Смотрите, как супергерой. Готэм может спать спокойно, потому что я спокоен. Потому что я больше не упаду никогда. Споткнусь, может быть. Оступлюсь, может быть. Чихну, может быть. Наверное, у Бэтмена такое лицо постоянно, потому что он хочет чихнуть. Но никак не чихнет. Такая выдержка у него, как у меня. Слушайте, мы на платформе. Платформе! Умру, умру, но пройду. Вот это что было? Тихо, тихо, тихо. Я оступился. Ступит, ступит маленький мальчик. Мы вернулись на платформу. А я могу допрыгнуть просто отсюда? Не думаю. Давайте аккуратненько. И прыжок. Есть! Спасибо, спасибо, спасибо. 110 минут в игре. Спасибо, спасибо. Вознесение. Второй раз. Мы вернулись с самого низа. Мы два раза с самого низа сегодня ходили сюда. А до чего же приятно сюда подниматься. Чувствую такую благодать. Благодать. Интересно, а тут будут кровати? Я бы заюзал, если честно. Итак, отвечая на вопрос, в раю есть кровати. Правда, я ожидал, что они будут какие-нибудь более комфортабельные. King size, например. Большие и удобные. Вот, мы были прямо здесь. Каким-то образом мы отсюда свалились вниз. Нам вон куда аж надо идти.
Оттуда как? Вообще без понятия. Че, давайте рискнем. Вот. А, потом ты хочешь, чтобы я вот сюда. Окей. Дождь пошел. Боже мой. Некомфортно. Некомфортно здесь. Если падать, то прямо, прямо в дно. Да, отсюда будет очень опасно падать. Ой-ой-ой-ой, каждый прыжок страшен. О-о-о-о-о. Что еще? Что еще ты от меня хочешь? Куда? Чего? Сюда я точно не смогу. Может быть, здесь? Во, да. Вот так она хочет. О-о-о. Скользко, нет? Все нормально. Что там у нас наверху? Планета. Ой, как высоко мы забрались. Че? Прыгаем на книжку. Блин, блин, блин. О, о, о. Спасибо, книжка. Спасибо огромное. Окей, а здесь ты как? Что ты от меня хочешь? На платформу, наверное, на... В пламя? Не вижу другого варианта, кроме как... О, тихо. Окей. Пожалуйста, ладошка, только не переворачивайся, окей? Окей. Крутись вот так. По этой оси нормально. Нормально. Что ты собираешься? Что ты задумала? Боже мой. Смотрите, это мозг. И куда-то нас подвезли, в общем. Это музей какой-то? School sucks. It would have been better to learn how to make money, how to adapt socially. Значит, вкратце, он сказал, что школа отстой. Лучше бы учили, как деньгами пользоваться. Все, что я получил из школы, это сколиоз. И как ненавидеть людей. Тут кровать. Прыгаем на динозаврика. Я согласен, на самом деле, в школе не учат деньгам. Это очень важная вещь. Опа. Почему школа здесь, выше рая? Это очень странно. Блин, куда же там мы? Когда же там мы закончим? Чё, мы на Сатурне? Knowledge will help you to know the world better, but also to know all its darker manifestations. Говорит, знания помогут вам понять мир лучше, но в то же время и его темные стороны. Окей, теперь что это? Осторожнее, осторожнее, осторожнее. Что? Мы в Хогвартсе? А, блин, посмотрите, куда нам. Там еще выше, эта игра бесконечная. Мама. Мама. Ой, боже мой. О, боже мой, опасно. Давай сразу на книжке. Черт! На райские сады, на райские сады, на райские сады, на райские сады. Прекрасно, умничка. О, боже мой. Дружили. Все, спокойствие. Мы немного потеряли. 2 минуты, и мы вернемся. О, все, мы здесь. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Есть! Зацепился цепкий. Цепков снова в деле. А, молодец. А где мы упали? Где-то на этих книжках, да? О, вот где-то туда. О, молодец. От прогресс. А, как хорошо, когда прогресс. Как плохо, когда вниз. Этот ковер норм? Слушайте, по-моему, этот ковер не был норм совсем. С понятия. Давайте на эту книжку сразу. Я уверен, что можно. Вот, аккуратней. Если что, я в режиме ходьбы. Не забываем про это. The more I know, the less I know. Чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Ты мудр, мой маленький друг. Но заткнись. О-о-о-о. Целая солнечная система. Ух, и вращающаяся платформа. Это страшновато. Ой-ой-ой-ой, как ты хочешь, ладно, я понял, здесь. Аккуратненько вот так. Стоп, или ты не хочешь, чтобы я кружился тут? Нам нужно через центр пройти? Нет. Может быть, мы можем как-то зацепиться? Нет. Стоп, я не приемлю это. Мы зацепимся, конечно же. Ход конем. Мама. Все, мы наша. А, что-то он сказал. Я немножко не услышал. Что-то там
Счастье для умных или горе для умных. Мозг. Давайте достанем. Не могу достать мозг. О, у нас есть несколько дорог. Есть в ту сторону можно пойти, а можно пойти вот сюда. А что мы там найдем? Пасхальные яйца. Нет, это тупик явно. О, друзья, где мы с вами? Без поня... Кровать. А еще выше моль... О, что это? Что это за облако? Ладно, кровать, давай, не подведи. Не достану, да? Достану, достану, допрыгну. Черт! О, как мы разогнались. Мы на земле, мы на банане и на ромашке теперь. Как все романтично. Черт, меня просто прет от этого прогресса. Мы на расческе. Подсолнух. На рандоме накидывают просто предметы. Помада. Листик. Баклажан. И душевая лейка. Как один монах сказал, это важно не то, что в тебя входит, а то, что из тебя выходит. Блин. Что-то как-то странно это звучит. Из меня выходит только... кучи кирпичей, когда я падаю. Так, аккуратно. О, я взял одна жизнь. А, что, сердечко? Я подобрал сердечко. Это что значит? Чекпоинт? Я сначала подумал, что это что-то неприличное, но я потом вспомнил, что это массажер. Давай, морковка, доставь меня к Розе. Спасибо. И подушка. О, подушка. Хорошо. Ведро клубники. Отлично. Цепляйся за клубнику. Умничка. Такую игру можно бесконечно строить. Фу. Но посмотрите, она движется. Мерзкость. Мерзкая склизкая штука. Вот отсюда, если я упаду, я пойду прыгну в окно, честно скажу вам. Так, что у нас там? Еще выше. Ууу, какой хот-дог прекрасный. Я бы схавал сейчас. Нет конца этому безумию, мальчик. Ну ты, конечно, лишканул. Острые бочки. Ай-яй-яй-яй-яй. Осторожней. Нет, нет, что такое? Он не может держаться на этой бочке, гребаный. Кровать. Там кровать внизу. Я нет, я не пойду на нее. Так, уже пошла пиратская тема. Черт! Давай, давай, на Сатурн. На Сатурн. Давай, давай, правее, правее, правее. Умничка, сможешь. О, нет! Теперь только вниз, только вниз. А, вы видите это? Вы это видите, куда я лечу? Какая музыка играет. Давай, на дорогу. Скажите мне, я чем-то прогневал Всевышнего? Он не хочет меня видеть в раю? Он хочет видеть, как я страдаю? Что я сделал? Мне все равно, я на платформе. Я поднимаюсь, тук-тук-тук. Туки-туки-туки, я иду. 134 минуты. Че, попробуем мозг достать? Есть, я поумнел внезапно. И сразу пришла гениальная мысль. Какого хрена я играю в эту игру? Какого черта я продолжаю это делать? Я думаю, даже самые великие умы человечества не смогут ответить на этот вопрос. Что ж, у нас здесь вот эта часть, которая нам не нужна. Нам нужно вот туда, на землю. Главное здесь правильно прыгнуть на кровать. Нет, это было неправильно. Еще раз, как страшно. Вот! Правильно ведь? Ведь смогу? Ведь земля в моей досягаемости. В досягаемости ведь... О нет, о нет, о нет. Одно очко Гриффиндору. Порвано только что. О, какая хрень была? За что я это сделал? За что? За что я так с собой? О, скелет! Он спас меня. Опа, тут кроватка, 100 пудов. Я не допрыгну, блин, нормально на нее. Сейчас. Она наверняка меня туда. К Иисусу прямо. Прямо к Иисусу в руки. Что-то мне кажется, я не развил достаточную скорость для этого.
Вот как бывает. Вот оно как бывает, оказывается. Да, вот как бывает в жизни. Но я восстану из пепла. Меня не волнует. Не волнует, сколько времени я на это потрачу. Хоть вечность. Чё, давайте заюзаем кроватку, посмотрим, что нам отдаст. Блин, нет, дерьмо какое-то. Там наверху еще одна есть, давай просто прыгаем наверх. Почему-то мы не допрыгнули. Ладно, давайте на площадку, на вертолетную. Нет. Чуть не упал еще ниже. Куда мы должны были на этой кровати сраной допрыгнуть? Какая подстава. Ты куда ж ты? Мальчик мой грёбаный, вонючий, ублюдский мальчик, перестань, всё, нервы, баги! Спокойствие и умение, скилл, только скилл! 162 минуты в игре, поздравляю, возносимся! Слушайте, но я же взял сердце и взял мозг. Неужели это ничего не значит? Неужели это просто так все? То есть я же теперь достоверный, не бессердечный и не безмозглый. За что так со мной? Позорный прыжок. Вот, я вспомнил, я же на этом в прошлый раз и кацанулся. Я же, блин, на этом в прошлый раз и упал. Зачем я это сделал? Цепляйся! Почему я раньше не стал жать вперед? Я сдался!